все его печали, много горечи и забот все мы повидали. Было грустно на душе и на сердце часто. Это прошлое уже, впереди лишь счастье. Следующим номером будет стих о любви. Мы все знаем, что совсем недавно, буквально на прошлой неделе, был День всех влюбленных. Любовь не завидует новым успехам. Любовь, как стремление к новым победам. С любовью и страшное горе, не горе. Любовь бесконечна, как синее море. С любовью любая беда не преграда. Всегда хорошо, когда друг с тобой рядом. Любовь поможет даже в самый трудный час. Как хорошо, что есть любовь у нас. Любовь всегда прекрасней самых теплых слов. Пускай на земле царит одна любовь. И последний стих со своей череды. Сегодня день памяти Небесной Сотни и посвященный этому стих. Тучи затянули небосвод. Беркута пошел в атаку взвод. Проливалась кровь в моей стране. Как не думать людям о войне? Но желание мы осуществили. В этот грозный час мечтать о мире. Чтоб не хоронить своих ребят, наши люди мирно жить хотят. А я напоминаю, что принимают участие Виктория Лада, Центр допомоги Дніпра и студия «Откровение», руководитель Дея Тененбаум. Стихотворение Олега Головко читает Артур Хадыкин. Я не желаю вам доста, какая жалость смотреть на то, что от прекрасного осталось. Я не желаю вам доста, почетного забвения. Я просто поздравляю с днем рождения. Пока у вас еще сплошные весны, пока июльский ливень льет на косы, пусть в прошлом много больше, чем осталось. Я не желаю вам доста, какая жалость. Желаю вам тепла январской вьюги. Желаю быть счастливее подруги. Желаю, чтобы ваш муж всегда в рассвете. Ревновал вас ко всему на свете. Желаю вам навязчивых признаний, случайных взглядов, тягостных молчаний, на том конце у телефона трубки. Желаю вам всегда короткой юбки. Желаю вам серебряную осень, молитву тихой, что покоя просит. Желаю вам цветов нежнее белых. Желаю яблок августовских спелых. Желаю вам в жару прохладной тени, в беде защитного креста на вашем теле. Желаю вам зеркал неотразимых. Желаю вам начал необозримых. Желаю вам во тьме луча дневного. Сомнений и спасительного слова. Желаю, чтоб душа ваша в спасении мук миновала яростный горе. Ребята, дорогие, простите, пожалуйста. Дело в том, что у нас должен был это стихотворение читать Игорь Косяков, и Артур просто не может разобрать. Можно я прочту это стихотворение? Да, остальные...